прошло 11 дней после того, как я посеял семена Эводи и Даниэля. И вот сейчас я решил использовать препарат для повышения схожести семян. Это суспензия хлореллы. И вот по прошествии 11 дней я сейчас попрыскаю и вам покажу, как я это буду делать. Вот этот препарат, суспензия хлореллы, это биостимулятор, активное развитие и рост. Схожесть и приживаемость 99%, то есть более 40 аминокислот, 650 веществ. И вот сейчас я посаженные мною семена Эводи и Даниэля, я опрыскаю этим препаратом. Кстати, хочу показать, что вот появились первые всходы. Не знаю, сколько это видно. Вот первый, здесь вот рядышком еще один начинает сходить. Прям буквально вот он, да? Его просто под углом здесь очень плохо видно. Сейчас поближе попробую показать. Вот он. Вот этот, который уже начал сходить. Сейчас я... У меня здесь вот добавлен в пульверизатор. И сейчас я вот таким вот образом, вот так буквально сверху, я опрыскаю землю все этим препаратом. Просто увлажняю. Это не сильно много будет, да? Вот так. Я думаю, что этого будет вполне достаточно. Закрываем крышкой и также ставим опять на место. Ну что ж, следим дальше. Сегодня 23 февраля. Эводи и Даниэля посажено 8-го. Прошло 15 дней с момента посева семян. Из этого количества я вижу только пока на данный момент 2 всхода. Ну, надеюсь, что остальные также будут сходить через какое-то, возможно, время, но 2 всхода из 270 штук, это, конечно, очень и очень-очень низкий показатель. Возможно, после обработки хлореллой что-то изменится, но пока ситуация такая. Ну что ж, смотрим, наблюдаем. За развитием далее.